Сегодня у нас на кафедре проводятся лекции из Вены. Вот, соответственно, читают представители МАГАТЭ для наших студентов, ну, где-то старше курсу. В перспективе такую же практику можно расширить, вплоть до того, что, находясь в Минске, мы можем прослушивать занятия, практически занятия, которые проводятся на той же атомной станции ОТЦ, где, соответственно, студенты будут именно не терять время, а готовиться уже, соответственно, к своей практической деятельности. И у нас сегодня все для этого есть на кафедре. У нас группы сейчас небольшие. Набор вот новой специальности 20 человек, по подгруппам по 10. То есть мы можем проводить, как говорится, непосредственно в ближайшие месяцы. Только нужно согласовать программы. Что касается дальнего зарубежья, они сами к нам выходят на контакт. И вот у нас есть такая платформа StarNet, где студенты могут сами входить, соответственно, по паролю в эту платформу, изучать документы, какие надо, и те документы, которые позволительно, можно даже, как говорится, приобретать, соответственно, и ими пользоваться в своей учебе, чтобы был опыт накапливался в течение вот этого времени.